Приветствую всех! Сегодня видео у нас розыгрыш лотерея. У нас завершилась очередная благотворительная лотерея, где все средства пойдут на лечение и операцию. В этой лотерее призом станет одна из четырех картин, написанная мной, и победитель сможет выбрать себе в приз одну из них. Условия участия в лотерее я выставляла в группах, у себя в Одноклассниках и в Фейсбуке. Ссылки на группы я оставлю в описании под видео. Итак, у нас билетики уже все выкуплены, и тиражной комиссией будет генератор случайных чисел. Я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел». У нас выкуплено 200 билетиков, и я выбираю диапазон от 1 до 200 и нажимаю кнопку «Сгенерировать числа». И у нас выпало число 112. Давайте посмотрим, кто стал обладателем 112 билетика. Ольга Фомина купила билетики номера 96-125. Олечка, поздравляю тебя с этой победой. Пусть это будет началом новых твоих каких-то побед, великих достижений, целей, успехов тебе во всех делах. Напиши мне обязательно, куда тебе переслать картину, какую ты выбираешь картину, и я с удовольствием тебе отправлю одну из четырех этих картин. И очень надеюсь, что тебе будет радовать еще очень долго и приносить уют, комфорт в твой дом. Всех хочу очень поблагодарить искренне за участие в лотерее, за поддержку. Кто делом, кто словом, кто материально. Спасибо вам огромное. Вы сильно мне в этом помогаете, в моей сложной ситуации. Те, кто не успел поучаствовать в этой лотерее, и есть у вас желание поучаствовать, попытать удачу и попробовать выиграть приз, на днях будет старт новой благотворительной лотереи. А те, кого заинтересовали картины, вы можете у меня их также заказать, то есть купить, приобрести картины. Да, они также и продаются. Я могу вам их написать на заказ. Итак, дорогие мои, спасибо еще раз всем. Ссылочки на свои группы я оставлю внизу в описании. Также оставлю ссылки на плейлисты, где я рисую, что-то делаю руками и что вообще в моей жизни происходит. До новых встреч. Пока-пока.